sais pas si c'est le terme indiqué. Невероятно! C'est une réimpression de l'homme. Возмутительно! Сначала крадут мои идеи для Конституции, теперь хотят арестовать. Чем вам помочь, гражданин Кондерсе? Я должен немедля уехать, но вы можете вернуть мои исследования политического прогресса. Их забрали, как только подписали ордер на арест. Я скоро вернусь. Отдавай деньги, или здорово пожалеешь. Вы меня не запугаете. Надо впадать в ярость. Будет тебе урок. И не суйся ко мне, а то пожалею. Мои бумаги! Как вам удалось? Простите, месье Кондерсе, но вам лучше не знать о некоторых деталях. Ни слова больше. Спасибо. Но
contrôle, le bruit n'est pas négligeable.